Это был прекрасный, жаркий, солнечный денек. Ну, он был таким, пока не выполнил один челлендж. По просьбе моего друга я решил поиграть в Майнкрафт на карте Diversity. И вот что из этого вышло. Итак, всем привет, с вами Диз. Сегодня я начинаю проходить челлендж, и этот челлендж будет в Майнкрафт-карте. В Майнкрафт-карте Diversity, и я буду играть на одной замечательной части этой карты – Дроппер. Если я буду падать хоть один раз, буду умирать на этой карте, то мне придется съесть острый соус. И да, сейчас мы пойдем его покупать. Какой острый соус мы будем покупать сегодня? Табаско какой еще? Табаско. Мне сообщил это оператор, потому что я не знаю никаких острых соусов. Я не люблю острые соусы, но ради вас мне придется что-то поесть, кошка. Ребят, вот, в общем, купили самый острый соус, табаско. Самый острый соус, который мы нашли в магазине. Другой стороны, может, ужасный. Он, я не знаю, что я буду с ним делать. Я купил еще 2 литра молока, как бы, да, чтобы мне было чем запивать эту ужасную остроту. Не знаю, что я буду с ним делать. Посмотрим уже ближе к дому. Вот такой вот ужасный соус. Да. Итак, выбор режимов. Нам нужно выбрать Дроппер Бранч. И посмотрим, что нас здесь ждет. Здесь нас должен ждать... Я не туда зашел. Черт! Действительно, я зашел туда. Нам нужно спрыгивать и правильно попадать в дырочки. Нужно не разбиться здесь. Если я буду умирать... то этот соус табаско, он ужасен и прекрасен одновременно тем, что будет меня убивать, наверное, это круто, да? Когда я буду умирать, тогда мне придется есть по капельке этого соуса. Ну поверьте, одной капельки вам хватит, наверное, на целый день, а я собираюсь есть их не одну. А вы знаете, какой я нуб в таких картах? Да и вообще в любых картах я очень сильный нуб. И не знаю, что мне делать. Наверное, мне придется сегодня умереть. Вывел зайцу together once. Окей, погнали, все. Давай. Я живу. Отлично, все, первый уровень пройден, отлично. Так, я в воде, теперь идем дальше. Это было легко. Дальше нас ждет какой-то опять новый островок. И она здесь. И мы начинаем прыгать котелками, котелки. Я не разбился, нет, не разбился. Окей, начинали, погнали. Соус пошел, первая ложка, первая моя капля. Начинаем. Так, давай, не... Блин, 2 капли капнул. Нет. Ну, на первый раз пойдет. А, не проглатывайте его никогда! О боже! Молоко сюда! Молоко! Ко мне! Молоко! Открываем! А-а-а! Боже! Какое жесткое! У меня есть кружка, я дурак, что ли, из этой... А-а-а! Какое! Не пробуйте дома, пожалуйста! О боже! Так, да, мне бы тут попрохладнее сделать, как жаркий солнечный день делает нам только хуже. Ладно, прыгаем. Теперь нужно снова. Давайте. Нет. Но, блин, там только была половина пути. Я знаю, что будет сегодня с моим языком. Его просто не станет. Вот так умирают блогеры, знаете, летсплейщики так умирают. Еще одна капля. Пошла. Так, я не знаю, как бы мне... Я полегче пить, может быть, сразу проглотить, не знаю, будет ли это лучше или наоборот хуже для меня. Не знаю, что случится после этого. Какой вкусный соус. Я не проглатываю. Да, нормально. Нет, я не должен был так погибать. Мне нужно как-то придумать нормальную тактику. Не знаю. Новая капелька. Идет капелька сюда. Зачем я купил такой соус, скажите мне? Это все табаско, не пробуйте. Не пробуйте табаско никогда.
У меня тут уже капелька размазалась, пока я тут кометелюсь. Да, идем. Дальше. Дальше. Все, сейчас нужно пройти. Мы должны пройти этот уровень. Пройти! Нет! Знаете, тут соуса очень много. Идет всего по одной капельке такого ужасного соуса. О боже. Капелька снова капнула. Знаете, у меня почему-то сопли идут после этого соуса. Я не знаю. У меня все из носа уже течет, по-моему. Поэтому я пойду, пожалуй, там этот. Умоюсь. Ну, после капельки. Знаете, ребят, когда я был маленький, в садике мы кушали читос с острым соусом и изрыгали как будто бы пламя из языка. Мы так рычали, как будто есть огонь в наших пороховницах. Так я чувствую себя прямо сейчас, только по-взрослому, по-серьезному. Я чувствую себя в этот момент. Нет, я не должен умереть, нет! Я не знаю, как пройти этот уровень, будем думать. Я не хочу проглатывать его, я хочу его держать во рту, потому что он не сильно чувствуется. Ребята, я не хочу его проглатывать, я не знаю, что будет со мной, когда я поглочу его. Я второй раз умираю здесь, две капли за него. Две капли, круто. Ну что ты так смотришь на меня? Я знаю, что ты сделаешь мне больно. Мой язык уже слишком сильно жгется. Я вот сейчас чувствую, у меня уже слезы из глаз идут. Такой соус острый. А это помогает немного. Наверное. Если запивать молоком, то на какое-то время ты не чувствуешь жары. Почему я умер опять? Я не должен был умирать. Не знаю ничего. Идем дальше. И нет, я не должен был умирать. Нет. Да. Пока две капли у нас на счету, две капли. И я должен пройти этот уровень. Что это было? Откуда? Ужасный соус. Ужасный. Не пейте его. Я еще раз вам это говорю. Я типа пробую. Типа испытатель, да? Ужасный соус. Почему он продается в магазине? Нужно запретить его детям продавать. Я не знаю, даже молоко не спасает теперь. Даже если я запиваю молоком, когда я ем этот соус, у меня язык отказывается. Мой язык. Зачем ты такой чувствительный? Я даже боюсь кончиком языка теперь хвататься, потому что будет еще хуже, наверное. Это же так просто! Вот эта штука! Ой, как сильно повлияла на меня! Это было ужасно! О боже, этот раз был самый ужасный! Снежок! Знаете, такие дырки, в которых нас пустят. И мы смотрим на это снежное изобретение человечества, и я вижу, что я уже умираю на нем. Окей, идем дальше. Как я говорю, мне становится только хуже.
И нужно пройти как можно быстрее эти уровни, а то мне станет еще. Окей, окей. Я выжил, окей. У меня есть идея. Отличная идея. Как вам она, а? Как? Вот как гениально. Смотрите, как я придумал. Это считается все по правилам. Эти штуки высокие, поэтому если ты расшибешься, то это тоже проблема. Можно найти такие пути, по которым можно прыгать. И это правильное решение. Вон я уже вижу дырку, я вижу, что это вода. Я попытаюсь попасть в нее, но я уверен, у меня ничего не получится. Сюда. Так, 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 отлично, все, прошли. С меня 3 капли. 2, 3. У меня уже стекает все с бутылки. Собираю даже ради вас, конечно. А знаете, после 10-го раза уже потихоньку начинаешь привыкать к этому соусу. Все жжет так же сильно, как и всегда. Молоко не помогает. И ты просто начинаешь смиряться. Я вот уже смирился. Потому что я нуб в этой карте. Да. Мне теперь везде этот запах мерещится. Я чувствую его как... Не знаю, как все мои 5 пальцев. Везде этот запах. Какой запах? Запах соуса Табаско. Бренд Хабанеро соус. Отлично. Почему нигде нет дырки для меня? Я хочу, чтобы были дырки для меня. Потому что этот уровень ужасен. Окей! Окей! А! Окей, я выжил. Ладно, ладно. Это все баги Майнкрафта, они случаются. Что мне дальше делать, я не знаю. Я не пройду же здесь, я не могу. Да. О! Окей. Окей. Попади. Окей. Дальше, дальше. Я чувствую запах. Он приходит ко мне. Приходит ко мне в нос. Приходит ко мне в рот, на язык, везде, где только можно. Я живу. Отлично. Еще много пути. Еще много. Но так пройти можно. Если уж я там приземлился, то здесь будет все просто. Отлично. Вот, наверное, последние ходы, наверное, уже будут сложными, потому что там уже все. Так. И что у нас здесь? Здесь у нас можно сделать так, да? Так, 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 так. И. Мне кажется, скоро придется уже целую ложку наливать. Целую ванну соуса. Цистерну. Как много пошло-то! О боже! Чё он начал выливаться целыми литрами? Дурацкий соус. Мне уже в животе неприятно после него. Я знаю, что здесь делать. А! Нет, я ж хотел выжить. Не-не-не. Не-не-не. Какие страсти. Почему я не могу туда запрыгнуть? Я же хочу. А? Какие вы... Все злые. Дайте сейчас. Вот сюда. О! Вот это я хотел добиться. Вот этого. Нужно было запрыгнуть только сюда. И теперь дело должно пойти. Теперь я не должен умереть. Вот так. Отлично. И вот так. Вот так проходят эти уровни. Вот так вот, ребят. Нужно запрыгнуть вот сюда. А потом спрыгивать потихоньку дальше. Это все элементарно. Знаете об этом. Знаете. Так нужно проходить. Да.
Я почти понял тактику, ребята, почти понял тактику. Нужно запрыгивать вот в эту дырку, вот в эту дырку и потихоньку лететь вниз. И... С меня 10 капель, отлично. Нет, не отлично. Это ужасно. Ну я хотя бы прошел этот уровень. Ай, ай, что? Нет, боже, нет, не задыхайся, плиз, плизки. Все, отлично. Я тут, ребят, чуть не задохнулся в воде уже. Да. Привет, капельница. У меня так жгёт низ языка теперь, что я просто... Не представляю, что я буду делать дальше. У меня язык не имеет. Так, еще совсем немного уровней осталось. Этот уровень довольно простой, если приноровиться. Смотрите, что я придумал. Короче, зажимаем Shift, когда летим, и потом бах, и... Блин, не-не-не. Shift, и потом бах, и прыгаем. И все, видите, мы выживаем. И теперь уже можно летать, искать уровни. Конец, довольно легко. Ща-ща, смотрите. А, я теперь жив. И теперь вниз, и теперь... Не-не-не-не. Ща-ща, смотрите. И теперь бах, и теперь вниз, и теперь туда, 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 и водичка. Вот такой простой уровень у нас был. И правда простой. И тут у нас теперь эндерняк остался. Но с меня пару капель всего. Я прям очень рад тому, что я прошел этот уровень довольно просто. Надеюсь, он... Все, пару капель. А то в прошлый раз он до хрена мне вылил, я там чуть не умер. Да. На столе уже кружочки этого соуса остались, потому что на стол выливается немного. То есть на саму эту бутылочку, а потом еще и вниз на стол. За вас, дорогие друзья, за вас, да. У меня ведь только все прошло, зачем? Ой, что? Эндер Драгон, серьезно? Какой Эндер Драгон? Нет тут никого. Так, и я так понимаю, это либо последний, либо один из последних уровней, потому что здесь сложно. Отлично. Трюк мой работает, ребят, трюк. Трюкач. Дырка. Там почти конец. Главное попасть в дырку. И все. И дело с концом. Представляете? Вот так вот просто. Боже. Там вторая дырка. Да, вторая дырка. Вторая дырка — это не проблема. Сейчас все будет. Сейчас все будет. Нет, не будет пока. Окей. А! Какой У вообще? Там нет У. Там... Какой У вообще? Вы серьезно? Я ученик, да, ученик. У. Э. В. Дырки, покажитесь, ну. Сюда, сюда. Сюда, сюда. И туда. Нет. Меня заколебало не прогружаться эта карта. Как вообще так можно играть?
Это же не честно. Тут такие тендерстунки даже не нужны. О, ты что? Ты кто вообще? Ты что здесь делаешь? Я тебя буду бить. Давай я тебя бить буду. Нет? Ну и пошел ты, драконишка. Проклятый. Я прошел карту. Я прошел. Скажите, что я прошел карту, а то я умру. Я ведь умру, да? Блувул. Блувул, я прошел карту. Смотрите, она лазинкатим. Сейчас он должен ставиться. Давай, ставься, а? Красавчик. Ой, какой молодец. Ой, отлично. Все, шикарный. Да, круто, я молодец. Я буду есть капельки. А вы хотите капельки? Я вам предлагал. Я знаю вас, вы не хотите, да. Ха. Пока. Я не буду это проглатывать до конца серии. Все, всем спасибо за внимание, за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Все, всем увидимся, пока, до свидания. А если вы хотите еще новых челленджей, то предлагайте их в комментарии. Самые лучшие будут в голосовании в группе ВКонтакте. Постоянно заходите в нее, там довольно весело, открытая стена. Новые челленджи, которые вы напишите в комментарии, попадут в это голосование. Тот вариант, который выиграет и будет следующим челленджем. Да. Это было ужасно. Я, короче...